Вот он, собственно, дольмен. В прошлый раз я про него уже все читала. Можно будет вернуться в тот плейлист и посмотреть. Заглянем вовнутрь. А вовнутри темно и нифига не видно. Ну, камушки там какие-то лежат. Ну, кругом еще можно обойти. Интересно, кто все эти плиты сюда пер, вот так вот складывал. Это ж сила немеренная нужна, чтобы вот так вот все это сложить. Там я не обойду. Вот. Я не поняла, а в чем прикол? Это салфетки влажные и кульки. Это даже не ленточки. Вот Бог его знает, для чего.